Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Так, что это у вас в руках? Это шлем, чтобы поехать на байке. Так, ну назовите всех, кто там тут наклеен на нем. Кто это такой? Это Мэтр. Так, а дальше значок откуда? Этот? Да. Это я не знаю как. Вот это ты не знаешь как? Синячий патруль. Синячий патруль, так, а это что? Самолет. Самолет, это ты где такую наклейку взял? Ну он же старенький. Да, он уже выцвел, да? Да, старенький. Я понял. Это Пеппа. Пеппа, а кто еще? Дэнни. Дэнни Дог. А это что за птички? Это злые птички. Злые птички, понятно. Хорошо. Кто а здесь? А это Маккуин. Маккуин, а рядом? Франческо? Франческо. Это... Это Ред. Это Мак. А, это Мак, я думал, это Ред. Понятно. Ну, а тут кто? Тут снова Маккуин и снова Мэттер, да? Ну что, отправляемся в путешествие? Поехали. Поехали. Ребятки, пока. Ребятки, пока. Нельзя купаться. Почему? Ну это ж потому что это фонтан, а не бассейн. А почему это фонтан, не бассейн? Ну потому что здесь брызгает водичка. Почему? Пойдешь на горку еще кататься? Давай с Егором вместе, стартуй. Аккуратно, Тём! Я белый! Ну, конечно, само собой. К нам сейчас приедут гости. Вот, бабушка Лена и дедушка Толя. А у бабушки Лены был день рождения недавно, и Тём рисует ей открытку. Цветочек такой. Да, рисовал. Когда они приедут, я спрячу это за спинку и скажу «Сюрприз!» И по нему руку вверх с цветочком. И она ахнет прям. Она ахнет. Хорошо, договорились. Тёма у нас только проснулся и сразу принялся за дело. Да, я только проснулся и принялся за дело. Мама была сейчас направо. А дедушке Толе что мы будем рисовать? Да. Танк? Ребятки, вы знаете, либо танк, либо машинку. Но я выбрал машинку. Ну, хорошо. Он со мной согласился. Мне все равно, да, я тебе помогу в любом случае. Хоть танк, хоть машину. Да, я сам могу. Я знаю. Ой. Да, ничего страшного. У нас желтый цвет оказался кислотным. Да. Прямо кислотный желтый. Странно. Это, кстати, фломастеры из Fix Price. Я предложила Тёме карандашики, но он что-то не хочет карандашками. Немножко только листья. Раскрасили карандашками, я стебель. Папа помогла ему нарисовать, ну, вот эти прожилки. Остальное он сам раскрашивает. Принципиально. Готово? Вау, класс! Тёма, это не скромно восхищаться своим творчеством. Что там за цветок? Бесподобно. Папа, на твоем лице было написано совсем другое. Смотри, какого мы тебе друга принесли. Ой, Базилию. Там у нас поклонистка есть. Он так другую песню поет. Да, танцует и поет другую песню.
тут не одна песня, тут много. Забирай. Это твой друг теперь. Спасибо, мой дорогой. Не отнимай. Это не один подарок. Еще два их. Я ему сказала, что у вас день рождения был, тетя Лена, и он решил вам рисовать открытку. Мы обожаем игрушки из Happy Meal и очень часто их покупаем, потому что игрушки из Макдональдса — это всегда качество, это всегда доступная цена и это всегда какая-то изюминка. Самая первая игрушка, которую мы приобрели, был Джонни. Это один из главных героев. У него двигается рука и двигается нижняя часть туловища. То есть вы ее вот так вот как заводите, отпускаете, и она крутится. То есть он вот такой вот интерактивный. Это Тёмин любимый герой. Второй игрушкой, которую мы приобрели, была Розита. И после Джонни мне казалось, что она ничего не умеет, потому что у нее ничего не двигается. Но потом мое внимание привлекла вот эта вот переключалка. И оказалось, что Розита-то у нас поет. Именно эту песню она исполняла в мультике. Это была ее любимая песня. Кстати, в инструкции написано, что они поют от хлопка, но хлопать нужно достаточно сильно, поэтому Тёма, как правило, две игрушечки друг с другом ударяет, и они таким образом поют. Не помню, кто у нас появился следующий, это уже не так важно. Скажу лишь, что Мина, одна из тоже главных героев, ну тут, в принципе, они все главные герои, тоже поет. Сейчас мы ее включим. Вот так вот это выглядит. Тоже они настолько качественно сделали, на их приятно держать в руках. Очень-очень классные. И стоимость такой игрушки 80 рублей. То есть это достаточно бюджетно в сравнении с трансформерами, которые мне покоя не дают от Hasbro. Далее у нас идет Бастер. Это заводила, душа компании и главный, можно сказать, герой этого мультфильма. Вот такие вот он звуки у нас создает. Ну, просто проигрыш. Далее Мисс Ползли. Это секретарь Калы. Она заводится. Удивительно, конечно, как удалось передать создателям игрушек движения, которые присущи этой женщине-хамелеону. Игрушки просто потрясающие, очень тонко и четко переданные все черты героев мультфильма, сделано, но очень похоже, как у нее сложены ручки, вот эта вот ее сгорбленная походка и то, что ее сделали именно заводной, имитирующей движение из мультика, ну, я просто в восторге. И последний герой, который у нас есть, это Майк, вредная мышка со шляпой. Шляпа, кстати, прорезиненная, то есть они все из пластика, а шляпка прорезиненная. И Майк у нас катается. Ну, здесь, наверное, у меня стол глянцевый, наверное, не получится, но я попробую. В общем, он как машинка инерционная. Катываешь его назад, пускаешь, и он едет. Но он вообще хорошо катается, но не по гладкой, конечно, поверхности. У нас из всей коллекции не хватает ежихи Эш и поросенка Гюнтера. Ну, кто смотрел мультик, те их помнят. Это вот Гюнтер-танцор экстравагантный и певица Эш. Все остальные герои у нас уже есть. У нас небольшой апдейт. Мы собрали таки всю коллекцию. У нас появилась Эш. Очень, кстати, тяжелая игрушка. Такая одна из самых увесистых за счет своих иголочек. Они внутри, видимо, не пустые, потому что она, ну, очень тяжелая. Ой. Она вот так вот у нас поет песенку из мультика. Самый любимый Тёмин герой. Потому что, как он говорит, она играет на громкой гитаре, ему нравится. Так, спокойно.
А это у нас Гюнтер в золотом костюмчике. Вот так вот он выглядит. Это... Так, фокус. Фокус. Это напарник Розиты. Так что вот, все у нас коллекция собралась. Достаточно быстро. Нам сегодня очень повезло, потому что мы заехали в один из Макдональдсов, где остались только две игрушки в наличии, которых как раз нам и не хватало. Это Эш и Гюнтер. О, Розита стоит. Я Розита. Ты рад? У тебя теперь вся коллекция. Надо вы меня не снимать. Ты расстроился, что мама снимает игрушку, а не тебя? Угу. Ну, пойдем, я тебя поснимаю тоже.